Всем привет, друзья! С вами очарованный странник. Меня зовут Дмитрий. И я нахожусь сейчас в городе Лос-Анджелес, Universal Studio. Приехал сюда посмотреть на это чудо. Только что вот зашел. Здесь у нас такой City Walk, как они называют. Всякие рестораны, кафе, сувенирные лавки и все такое. Ну а дальше будет отдельно тут непосредственно Universal Park, где всякие сцены из фильмов, какие-то карусели и так далее. В общем, очень интересно, давно мечтал сюда попасть. Пойдемте посмотрим. Итак, City Walk – это такая огромная зона со всякими ресторанами, магазинами и сувенирными лавками. Вот, пока я ни за что не платил, то есть сам парк я еще не вошел. Здесь такая огромная-огромная территория всего-всего красивого, блестящего, сверкающего. Я даже не представляю, насколько круто это ночью выглядит. Наверное, еще круче, чем Лас-Вегас. Ну вот, друзья, этот легендарный шар Universal Studio. Вот он крутится, вот он передо мной. И здесь, собственно, уже находится вход непосредственно в парк, вот там. Сначала надо пройти фейс-контроль, через те будки пройти, и потом уже туда, непосредственно пройти в парк. Что я сейчас, естественно, и сделаю. Экспресс-билет. $170, друзья. По-другому никак, сегодня воскресенье, парк переполнен. Среднее время ожидания примерно часа полтора. Ой, не полтора, ну, минут 40. Вот. А с экспресс-билетом можно успеть все. Билет обычный стоит $120. А что делать? Что делать? Один раз живем, друзья. Вау, настоящий замок Гарри Поттера. Как же это круто. С живыми персонажами, с живыми актерами. Ай. Вот такой вот он, этот Хогвартс, воссоздан просто абсолютно достоверно. Причем в зимнюю пору очень странно видеть сосульки и снег на крышах в солнечной Калифорнии при 25-градусной жаре. Детям тут вообще угар. Им вот дают такие, или они покупают эти волшебные палочки, у которых, видимо, есть какой-то там датчик электронный, и они вот управляют тем котлом, играя в магию таким образом. Но только мы им не будем рассказывать, что это все радиоэлектроника. Все вот эти продукты, которые мы видели в мультфильме про Симпсонов, все реально, все можно здесь купить. Вот Красти бургер, пожалуйста. Все можно попробовать. А здесь, пожалуйста,
пиво Duff, которое так любит Гомер Симпсон. Настоящая пивоварня. Пиво Duff. Три сорта. Обычное, light and dry. А вот и таверна Мо, где зависает Гомер со своими друганами. Блин, очень круто. А вот и завод, где он работает. Атомная электростанция. Вау, горка про Симпсонов была супер крутой. Примерно тот же принцип, что и Гарри Поттер. Тоже 3D-анимация, в которую полностью погружаешься. И тебя шатает, болтает на сиденье, прям офигенно. Я, кстати, такую тему никогда не пробовал. В основном все американские горки. Но вот здесь попробовал, очень круто. А вот и знаменитый Universal Studio Tour. Кстати, написано 40 минут время ожидания в очереди. Хорошо, что я взял экспресс-билет, хоть и дороже, но зато нигде не стою, не жду. Часы из фильма «Назад в будущее», куда ударила молния. Spitters, they're very upset over there on the left-hand side.
there's not a cloud in the sky. We better check in with our weatherman. We've got the best one. You know, we ate this flood with thousands of gallons of recycled water. And here's how this looks in the movies. You can't outrun a wolf, kid! Yeah, we'll see about that. The shark is four now. Things look bigger in the movies, don't they? There's the police cruiser. I don't see my friend Teddy in the dive anywhere. That's a fiberglass shell. It fits directly over the chassis on the golf cart. Now, we did put this in a rather small fresh sight set. It is perfect example of a set that was all designed with the engine for steam. And so, yeah, just the guy who talks about the wall. I thought, what if the 747 was right in the kitchen? Because it's just something you don't see. Well, you are seeing it right now. This is it. This is the actual set for Steven Spielberg's War of the Worlds. Well, we're stopped here for a moment. It's okay to stand up and take pictures if you like. You see, this is one of the largest, most expensive movie sets in... Universal Studio Tour – очень круто, просто нереально круто. Спецэффекты, опять-таки 3D, анимация, ну просто нет слов. Обязательно надо сюда ехать. Universal Park состоит из двух уровней, верхнего и нижнего. Собственно, они соединены эскалатором. Вот сейчас я иду с верхнего на нижний. И вот такой отсюда открывается шикарный вид. Идем на горку по фильму «Мумия». Что-то будет супер сейчас крутое. Вау, аттракцион «Мумия» — это нереально круто. Короче, здесь была комбинация реальной американской горки, то есть с дикой скоростью ты несешься, но при этом в полной темноте, и там всякие проекции какие-то дикие, какие-то вурдалаки, чудища какие-то там, Ви какой-то там и так далее. Ну что ж, идем на трансформеров. Говорят, что это самая крутая горка здесь. Посмотрим. Пока все на высшем уровне. Это было дико круто. Опять 3D-анимация. И, ну вот, да, на этом нижнем уровне всего три горки. Их я уже все проехал. Просто чума. И что самое крутое здесь, абсолютно нет ограничений для детей, да. До этого я был в парке Порт-Авентура в Испании, под Барселоной. Самый крутой считается парк аттракционов в Европе. Вот там очень много ограничений. И там, конечно, горки такие, в основном американские горки. А здесь вот именно такой, как бы... комбинация с 3D-анимацией, такое движение, и американские горки. Ну, как-то мне лично здесь больше понравилось, поинтереснее. А это аттракцион «Миньоны». Посмотрим, что же тут такое интересное. You want to be a mink? Your training will begin soon, but be warned, danger lurks, and then return. Ну вот, друзья, закончилось мое посещение студии Universal. Аттракцион про миньонов был тоже просто потрясающим сочетанием 3D-анимации с движением. Вот, и еще там был один небольшой, как бы такой пешеходный аттракцион, где ты не идешь, то есть не сидишь, а идешь через, как бы, такой коридор.
аттракцион, основанный на сериале «Зловещие мертвецы», который я очень люблю. Вот. И, в общем, было очень круто. Я прокатился на всех аттракционах сегодня, на всех горках, с одним исключением — водного мира, к сожалению. Там просто была одна огромная очередь сплошная, даже с учетом как бы вот экспресс-билета. То есть даже экспрессников там было огромное количество. И, ну, в общем, я не стал ждать, зато прокатился на всех остальных, на некоторых даже по паре раз. Вот, поэтому всем рекомендую. Universal Studio — это реально круто.